Здорово, друзья. Держишь с вами опять. С любимой. С моей любимой. На самом деле велик на улице стоит. Наверное, это больше к нему. К ней отнесем. Конечно, всех с праздником. Так что сегодня мы отмечаем день всех влюбленных в зале. Любимая качалка, правильно говорю. Она самая. Скидываем потихоньку. Пауэрбанк. Ну, Васяху ухо отрезали. Кто ему отрезал ухо? Тайки? Злые тайки. Сушимся. Наши приглашают людей в эфир. Надо же ее уделать по прессу. Мы зарубились на Варской. А у кого будет быстрее пресс через 3 недели. Так что надо ее уделать. А то будет обидно ей проиграть девочке. Так что, друзья, как у вас с 14 февраля? С творогом там сидите. Вот этот трек мне нравится. Как у меня? Никак. Вина с подружкой, с какой-нибудь. Есть там в букете, кстати. Бухаемся. Ха-ха-ха. Бухаемся, Колу Лайт. Привет, Серега. Консультация в скайпе. По записи. Оплачиваешь, записываю. Не оплачиваешь, записываю. А чё нет? Почему бы не отметить лишний раз? Почему лишний раз не признаться в своих чувствах? Женя, мой друг. Почему бы и нет? Это хороший повод. Да? Потому что, как правило, жизнь начинает быть особо ярко. Надо устроить что-нибудь прикольное. Что-то комментарий все пропал. Привет, Уфа. Привет, Украина. Яндекс деньги какие-то. PayPal. Оплачивай. Трансляции, кстати, постятся на Ютубе, на канале в Перископе. О, здесь хреновый вайпер. На всем Пхукете. Карди сегодня был на велике, часа пол, наверное, с утра, потом
пешочком погулял. Сегодня так, сегодня более лайтово. Потом я часок поспал, два раза сегодня поел. Что еще? Может даже сказать три, наверное, раза. Да и в волейбол сегодня с ребятами собрались. Чуть подрыгнул, совсем чуть-чуть. Немножко поплавал. Мало, короче, сегодня активности. Пришел еще бомбануть минус 40 кардио. Хочется, чтобы уходило 2 часа минимум кардио в день. Ну и прогуляюсь сегодня еще пешочком. Полчасика, часик. Сегодня съел картофелины 4 таких средних бататных. Что еще? Рыбы немного, сомиков. Что еще? Банк тунца. Потому что что-то яйца не сварить было. Что еще? Овощи там, килограмм всяких, наверное. И маракуйя. Маракуйя съел еще. Грамм 400. Филешек. Короче, углеводов так. Сегодня более-менее. Так что надо их отработать. Без романтики. Так стал Фрида, любимый зал. Тишанькина? Я думаю, сгоняю. Что с микрофоном? Слышно, как шумит. А так лучше? Или нет? Или не лучше? Крутяк. Завтра будет еще один выпуск. Но пока вес стоит, примерно. Пара деньков стоит. И вес, ничего не меняется. Я потею. Секс на пляже. Сегодня был на пляже волейбол лайтовый. Секс на пляже, но если подготовиться, то почему нет? А так, песок на заднице как-то не особо. У меня есть видео про спортпит. Пару дней назад вышло. Так что посмотри. Здорово, друзья. Здорово. Блин, 12 минут все проходил. А устал, как будто уже очень много. Зато 180 калорий сжег. Серфинг крутая штука, надо учиться им тратить свое время.
Ой, просто прекрасно. Просто прекрасно сегодня. На меня напала куча мотивации под вечер. Кофейка попил. Кофе попил, так заперло, что, блин, готов был забраться на Эверест. Так что вот забирайся. 51 этаж пока. Калорий не считать, создавать большой просто дефицит. Просто до хрена двигаться и стараться не жрать всякую хрень. Вот и будешь худеть. В Вьетнаме, да. В Вьетнаме любят серфить. Вьетнам, Бали, Шри-Ланка. Может, как-нибудь займусь. Скину. Пятнашечку. Привет, Киев. С праздником. И вас тоже. Сука, гори жир. Гори, сука, жир. Уходи от меня. Иди к жирным. Ты мне надоел. Я тебя больше не люблю. И никогда не любил. Ха-ха-ха. Так что уходи, жир, сука. Уезжай в жирные страны, к жирным людям. А, спасибо, спасибо. Не знаю, Вадим прилетел, не прилетел. Не в курсе. Наверное, прилетел. Серега, ты можешь. Ты можешь. Любимая, вот она. Любимая везде. Железный рейтинг? Они же снимают про всех сюжет. Про... Не только меня. Про всех рож, которые были ярче всего за последние их года. Там уже будет какой-то крутой выпуск, типа. А я там светился много. Так что про меня они сняли. Выпуск очень крутой. Мне понравилось. Очень приятно были комментарии почитать. Что очень много людей меня поддерживают. Так что спасибо им. О. Серж Небра очень крут был. Любимая штанга, спортзал, аэробный тренажер, мой велосипед, который стоит на улице под пальмами. Все любимое. Спасибо, Даша. Спасибо. В этот буржуйский день
Желаю тебе тоже его отмечать. Нормально. А вы как там? Отмечаете? Ой, за речь чемпиона тоже не слежу особо. Но вроде он тоже правду матку рубит. Если честно. Не смотрю. День как день. День как день. Наверное, с девочкой каждый день должен быть как 14 февраля. Некоторые отмечают. Георгиевич поехал тусить. Я не поехал. Не моя тема. А у меня сегодня день кардио. Сегодня отдыхаю от силовых тренировок. Но не от тренировок. Вчера все дико сводило. Все, сука, сводило вчера. Хотел купить панангин. О, Даш, ты по девочкам пошла. Нравятся девочки тебе. Начали нравиться девочки. Мне тоже нравятся девочки. Да, Даш, вот давай перископ. Я буду врубать, надо поглядывать. Что-нибудь интересное. Бали не было. Не было. Была мысля ехать куда. Бали. Не Бали. Филиппины. На Филиппинах кач движения. Туда надо поехать. Может быть. Снять там бложек. Как мы качаемся там на островах. Прыгунов живет на другом конце острова. Я там не появляюсь. Борис, сука, дари. Надо постричь, наверное, да? А то как-то так выгляжу. Да для меня что Бали, что Таиланд. Одна херня. Азия. Азия Азии. Русские. Фрукты. Жратва. В России хочется. Но в России холодно. Не хочу в холодную Россию. Так что я пока потуплю тут. Без объятий тепла. Хреново. Хреново, но я привык уже. Я привык. Тут была... такие моменты, какие-то сопливые, они как-то их порой не хватает, не знаю, с чем-то связано, может, с повышением женских гормонов, ну вот, например, когда мы гоняли с пачкой на горы обезьян, поднимались, пошел дикий, жуткий ливень. О. И я, по идее, с твоей подругой там катался. Мы заблудились, ездили. Ливень, холодина. Если ехать быстро, то начинаешь переживать за нее, что еще навернешься. И начинает дико бить по лицу капли дождя и по телу. Из-за этого очень больно.
приходится ехать где-то полташку максимум. А вот. Но суть в том, что это хоть и противно, холодно, мерзнешь, но в этом есть какая-то доля романтики. То, что сзади девочка, накрытая полотенцем, тебя обнимает, и хоть немного становится теплее. Хоть с одной стороны. А вот. В этом есть такая какая-то, не знаю, милота. А вот. Так что такие моменты мне нравятся. Я привык одно время засыпать, обняв женское тело. Ха-ха. Приятное, теплое. Вот. И, ну, эти моменты, они такие. Тяжело от них отойти. Потому что к ним привыкаешь. Но, как говорится, в принципе, время проходит. О, и что-то в них есть в таких моментах. Такой какой-то хрени сопливой. Так что такие дела. И даже не знаю. По идее, отношений и хочется, и не хочется. Ха-ха. Не понимаешь, ради чего они. Такие пироги. Но соплей эти хочется, если честно. Особенно на курсе. С высоким уровнем теста. Но сейчас уровень теста нормальный. Наверное, просто обыкновенный. Так что не важно. Не так сильно прям тянет. Вот, но хотелось бы девочку такую, какую, веселую, улыбчивую, красивую, разделяющую все свои такие же какие-то предпочтения. Либо подругу просто. Либо просто подругу. Весело. Хотя с подругой тяжело. Если она красивая. Так что вот такие дела. Или собаку. Или кота. Если собака, то пит. Питбуль. Мало встреч не было. Обрублю по бокам скоро. Вес на месте. Банка вот. Под цвет надо ее показывать. И мотивации просто пиздец. Так что я буду здесь ходить, пока у меня, сука, не упадет сахар в крови. Да хер с этим перископом вообще. Срать. Пусть даже там 10 человек будет. Порой это надо. Кому-то телефону рассказать что-то. И ты знаешь, что там в режиме онлайн кто-то смотрит. Даже перископ
порой надо установить, чтобы просто что-то рассказать, выговориться. Это дает какую-то свою мотивацию. Вот такие дела. Это прекрасно, что меня смотрят девочки. Я очень безумно этому рад. Что все-таки не одни парни. Парни ставят мне сердечки. Парни ставят мне розовые и фиолетовые сердечки. Что, сука, за гейчина? Ну что, геи все? Блин, вот меня прет. Я сегодня выпил кофе. Меня так прет вообще. Потому что я его не пью. А когда его выпьешь, от него шторит, блин, получше, чем от претрена. Но даже если через 30 минут закроется зал, у меня есть велик. Набережная и наушники. И я буду хреначить просто. И слушать какой-нибудь рок. У меня не депрессия. У меня наоборот прессия. Назовем это так. Я готов покорять мир. Я готов покорять этот чертов мир. О, Алена, Алена. Я не грущу вообще. Я не грущу. Сегодня общался с одной приятной девушкой. И отвечал ей на вопросы по поводу любви. Что самое... Что лучше, быть любимым, любить, и на самом деле быть, любить без ответа, это, наверное, очень паршиво. Так что лучше всего любить, чтобы были какие-то ответные чувства, хотя бы чуть-чуть, потому что просто так это все очень печально. Так что, наверное, лучше быть любимым. Но порой эта любовь будет безответной. Потому что дядя Серега, он не сильно эмоциональный. Ему вообще так наплевать. Так что поэтому я стараюсь сразу не дурить девочек о том, потом с ними куча проблем, потому что они очень влюбчивы, очень сука влюбчивы, хотя ведешь себя порой очень, ну просто как нормально себя ведешь, без фанатизма, и порой приходится с ними тяжело, потому что они, сука, влюбчивы, а тебе потом какой-то минус в карму идет, потому что ты негодяй и не проявляешь никаких чувств. А, блин, вот это нормально вообще, ну отлично, значит все отлично. Thank you.
надо истеричку. Я, мне кажется, очень долго с ними не проживу. Привет, Леночке из Омска. Мир тебе. Я на самом деле так могу себя немножечко ценить. Если девочка, если даже она мне очень нравится, но она истеричка, стерва, то это быстро заканчивается. Быстро заканчивается. Но я даже не знаю, как со мной можно истерить. Я не знаю человека спокойнее, чем я. За последние мои отношения, за год, я не... У меня не было каких-то ссор с повышением голоса с обеих сторон. Это просто спокойствие. Я заражаю всех позитивным взглядом. Спокойным настроением. Я знаю несколько девочек, которые брились на лосо. Они очень красивые. Так что мне нравятся яркие девочки. Именно яркие, татуированные. Чтобы бросать какой-то вызов. С внешностью, с какой-то такой пирсингом, накачанный. Просто на фитнесе. Раз. Так, сколько времени? Меня не будут выгонять еще отсюда? Еще нет. Не знаю, сейчас жопа. 520. Знамек. Я опять все пропустил. Блин, меня вообще. Меня так прет, но у меня так нет сил уже. Я делаю чисто мотивацию. Меня нормально льет, кстати. Ни хрена не видно. Я говорю, что мне нравится. Не говорю про своих бывших девушек. Спасибо. Хочу сжечь калории, чтобы уделать наварскую попрессу через 3 недели. Так что давай, Даша, нагоняй. Лариса Рейс мне, если честно, не особо нравится. Мне больше нравится, к примеру, та же Гришина. О. Из мышечных девочек. О. Из накачанных еще, наверное, данная Либейль. Очень такая. Очень ебанутая какая-то. В то же время в ней осталась эта женственность. А из русских накачанных мне нравится Наварская. Ха-ха. Наварская из бодифитнеса. Сейчас посмотрим, если она станет огромной, больше меня. Она перестанет мне нравиться. Ага, блин, вообще нет сил. Мне кажется, я столько воды потерял.
уже, блин. Ноги дрожат. Что такое, Иван? Блин, блевать захотелось. Кардио. Кардио, сука, ненавидишь и так же его любишь. Потому что оно так прет. Чувствую, что ты как-то... У нас тут с Дашей признание. Признание в этих... чувствах. Ха-ха. Ах, блин. Сдохнешь. Сдохнешь ты, блин. Один. Вот закрытие зала. Вот, сейчас лайдой уже все. Я нахрен себе за блевот приеду. Кушаю бататы. Бывают фрукты. Думаю купить арбуз, пойти сейчас. И сожрать. Сожрать арбуз. Сделать из него шейк. Купить льда. Забомбить в блендер. Болтаю, болтаю. Весь блин этот залил. Кайфы. Ладно. На 605 калориях остановимся. В Питере холодно. Как будет в Питере тепло, я свалю. Велик он стоит. Сейчас погоню на нем. По делам. По всяким. Что тут написано? Жиру-бой. Жиру, сука, бой. Так, после себя надо протереть. Степ, а то он, блядь, весь мок, весь потный. Потом, ну, его явно протру, но потом после кого-то на потный степер залезать как-то неприятно. Как вы считаете? Вы со мной согласны?
Вы со мной, друзья, согласны? У меня руки трясутся. Знаете, когда руки трясутся, что это? Это значит, что может быть у меня низкий сахар. Не курю. Так что можете меня здесь не гнобить. Не курю, не пью. На ЗОЖе. На ЗОЖе, в режиме живу. Даже я хреновую еду не ем. О, блин. Тремор. Тремор на руках. Не, четверка хера. Теперь была 3+. Снова четверка. Я разошелся с Гостюниным. Больше он не мой парень. Серега Юмарис. Не, друзья, это не клен. Это не клен. Фу. Народу очень мало. В зале нет никого. Нахалял бананы.